день. Сейчас я расскажу, как изготавливается натокиназа. Берутся соевые бобы, они квасятся в специальной закваске. Берут специальную закваску с содержанием бактерий Bacillus subtilis. После этого их засовывают в специальное, кладут в специальное сено, закрывают, и в древности его зарывали под землю. В земле она ферментировалась около 1 месяца. После этого этот продукт достают, и образуется вот такое ферментированное блюдо натто. Это блюдо натто расфасовывается. Его японцы кушают на завтрак. Это традиционный японский завтрак. Наш завод Japan Bioscience Lab выделяет вот эту вот слизь, сушит ее, извлекает из нее витамин К, получается чистая натокиназа, после чего этот порошок поставляется к нам в Казахстан. И у нас в Казахстане с добавлением L-аргинина мы его фасуем по капсулам и фасуем в наш продукт, в наши баночки. И продукт наш называется кардиомарин.